тут все годы Петровские. И в плане проведения праведниц в городе Петровском мы проскрыты различные прецеденты, в том числе косвенно связаны с вашим именем, с вашим штатом средней. И вам кто-то попал вновь в криминальную историю, когда оскорбил участие праведниц, дал заявление в полицию, что он угрожал материнскому убийству и представил как ваш штат средний. Сейчас идет расследование, и вы как ни разу не комментировали ситуацию, очень неприличную, на мой взгляд. То есть как вы поступили на душе вашего советника, рассчитали самому рейтинга, как поступили на душе вас, как было девушки, кто угрожает жизни. То есть какие действия происходят сегодня? Спасибо. Наверное,